Мы договорились говорить правду. Ну? Я хорошо готовлю? Ну, правда, пожалуйста. Ну, я же ем. Вова, Вова, вот это не ответ. Хорошо, Лен, можно? Можно, дорогая моя, любимая? Можно я на один вопрос совру? Ну, только на один. На один можно. На один можно, да? Так вот, я тебе не изменял. Что? Что? У тебя с Наташкой что-то было, ну, да? Опять ты с Наташкой что-то было. С Наташкой что-то было. Что-то это что? Что-то это все, Вова. Ты с ней спал? С Натальей? С Натальей. Ты имеешь в виду мою секретаршу? Именно ее. Эту противную женщину. Вова, отвечай. Эту старую женщину 18 лет. Спал ли я с Натальей? Но ты имеешь в виду, лежали ли мы с Наташей вдвоем на одной кровати, обнявшись и храпели? Нет, Лена, я даю тебе слово, вот этого не было. Она лучше, чем я в постели. Некорректный вопрос. Лен, чем ты в постели что? Чем я в постели все. Лена, хватит. Достаточно. Глупые вопросы. Можно я задам тебе вопрос? Пожалуйста. Раз мы коснулись такой интимной темы. Леночка, только правду, хорошо? Пожалуйста, я только правду. Я давно хотел задать тебе этот вопрос. Скажи, пожалуйста, Лена. Коленька. Наш сын. Мой. Правду, да? Чистую. Хорошо. Наш сын. Наш. Наш сын наш, да? Наш То есть ты имеешь в виду, наш сын наш, но как вариант не мой. Нет, ну почему? Наш сын наш, и как вариант твой.